Всем привет, мои внучатки, котятки, чертятки, поросятки. С вами я, бабушка Гренни. Так, внучата, 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 кто бабушку любит, кто бабушку любит, спрашиваю, кто любит бабушку. Вот тот, кто любит, обязательно поставит лайк и подпишется на канал. Потому что что? Потому что скоро не за грами 250 тысяч подписчиков, и будем мы заниматься огромным строительством для моего любимого паучочечка. Вот. Поэтому ставим лайки и подписываемся на канал. Ну а сейчас, конечно же, ваша любимая рубрика «Реши бабушкин пример», как говорится, и попади к бабушке видео. Так, сегодня я решила вам такое намудрить. Записывайте. 241 умножить на 3 и минус 13. Вот такой у бабушки пример. Вот такая у бабушки сегодня фантазия, так сказать. Поэтому решайте примеры и попадайте к бабуле к видео. Вот так. Надо, короче, вертолет проверила. А то мне показалось, короче, ночью, что там кто-то гремит и шумит. Я думала, короче, вертолет угнали. Сейчас пришла, нет, стоит красавчик. Да поэтому... это ветер, что ты орешь? А, это был ветер, а что ты не сказал? Я тебе говорю. Да, конечно. Короче, бабка, иди сюда, что поговорить хочу. Чего? Садись. Села. Знаешь? Короче, почитала комментарии под моим видосом. И знаешь, что внучата говорят? Чего говорят? Не, ну ты знаешь, что говорят? А, да, конечно, я знаю. Знаешь, что говорят? Что? Бабушка самая лучшая вообще бабушка в мире. А, да не. Короче, да, про другое говорят. Что бабка должна пройти челлендж. Какой челлендж? 24 часа, говорю деду, да. Ой, нет, дед, у меня столько дел. Я-то твой прошел. У меня столько дел. Это я не волнуюсь. Прям вообще... У меня дел просто непочатый. Короче, бабка, край. Ну все, значит, ну, внучат, вы слышали. Бабка, как это сейчас модно говорить, слилась. Ну-ка стоять, сейчас я тебя солью. Кое-куда. Ничего слилась, я не слилась, я тут-то. А, да? Ну, короче, то есть согласна. Ой, ну, чата, напишите-ка в комментариях, мне соглашаться? Вот это что-то, мне кажется, он замышляет. Ну, чат, мне кажется, он что-то замышляет. Если сейчас бабушка что-то будет делать, всегда говори. А если я скажу нет... Ну все, ты проиграл. Ну, допустим, там вот это, ты мне что-то скажешь, я скажу нет. Все, да? Ну все, проиграл, да, да. А что, проигравшему бывает? Ну все, ну что ты будешь знать, что бабка проиграла, слилась, солилась. Так, ты сейчас еще раз это слово скажешь, я достану биту и сольешься ты. Ой, ладно, бабка, ладно, успокойся. Ой, ладно. Ой, ну что-то на свой страх и риск. Все ради вас, раз вы просили... Ладно, бабушка согласная на какой-то челлендж. Хорош, так, бабка, ты хочешь приготовить мне завтрак? А что надо делать-то? Завтра сказать, дай готовить мне завтрак. Чё? Это ты... Да, 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 да. Давай, начинай. Вот это вот, смотрите, внучата, я бы вот это взяла бы, и вот это вот завтрак-то бы ему и засунула бы. Чего-чего говоришь-то? Да я говорю, вот сейчас твои любимые продукты достану, ага, 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 вот смотри. Смотри, я тебя на стол накрою, смотри, вот, так сказать, чтоб все по красоте было, вот тебе вот колбасные изделия твои любимые. Ну что, нажрался? Вкусно. Ага, спасибо. Пожалуйста, все, я пошла? Нет, нет. Куда? Я пошла, у меня дела много. Прошло только 20 минут, еще 23 часа 40 минут, короче. Ёперный булет. Бабка, я вот давно тебя спросить хотел. Чё? А ты не считаешь, что моя комнатка слишком маленькая? Ну чё там, нет, конечно. Да, да. Маленькая, да? Ну, такая. Ты согласна, что её надо расширить, да? Она такая средненькая, да, средненькая. Ну, расширить надо, да? Ну, наверное, да, да, наверное, да. Так, ну вот смотри, вот давай подумай. Вот смотри, сюда ее расширить нельзя, здесь проход. Да? Вот, вот мне кажется, ее надо расширить либо туда, ты что, совсем тупая комната? Все, решено, решено, иди сюда, ко мне. Чего? Вот будем расширять туда. Там же зелеварка моя! Ты же хочешь убрать свою зелеварку из дома, правильно? Чата, это как это зелеварку бабушка хочет убрать? Ёперный, зачем я согласилась-то вообще на эту всякую фигню-мигню? Да, но... да, дед, я потихоньку убираю, убираю. Давай, давай, я тебе помог. Придется помог. Ее перенести в другое место. Вышвыривай ты всю вот эту так, вот штуковину. Сейчас ты договоришься со своими словечками дурацкими. Всю эту ерундой. Я тебя сейчас вышвырну. Давай, ясно? Давай. Давай, давай, ага, ой, ага. Ой, господи,
Зачем я согласилась, та ёперный ты балет? Зельеварки лишилась, та уже. Чё правильно, та ничего неправильно. Та ты не грусти. Я буду грустная ходить и злая после этого челленджа. Ясно, тебе сразу предупреждаю. Ко мне, как говорится, не подходить. Боль. Ну, зато выполнишь, давай. Три дня ко мне не подходить, если что. Ладно, дед? Да. Иначе тебе хуже будет. Ага, блин. Ага, нашелся. Так, ты тут стен-то лишний не ломай мне. А подожди. По-моему, здесь где-то. Ты что, обурел, что ли, я тебе говорю? Мне кажется... Баб, вот смотри, давай поговорим с тобой. Мне кажется, что мою комнату надо расширить еще вот сюда. Чего? Ты вот сейчас, сюда вот. Ты сейчас не обнаглел? Я тебя да спрашиваю. Бабка, да или нет? Да. Всё, решено. Да. Этот дед просто обурил. Вот закончится челлендж, я ему устрою. Он у меня, знаете, где будет жить? В курятнике! Бабка, это, знаешь, что я подумал? Всё, взяла, можешь дальше иди. Всё, что хочешь, делай. Всё, бабка, пошли. Куда пошли? А я все же уже, сделала. Нет. Иди сюда. Все, молодец. Пошли. Ага, сейчас подожди. Давай, я тебя жду на улице. Надо зельки-то хоть выложить. Хоть какое-то спасение. Так. Господи, внучата, ну вы что мне не сказали, что не надо соглашаться? Посмотрите, что творится-то. Ох, внучата, котята. Ты идешь? Иду. Вообще-то мне ноги не казенные. Торопись. Все, я пришла. Короче, смотри, тебе не кажется, что здесь надо что-то построить? В смысле? Хотя не, ладно, не здесь. Пойдем. Кого построить? Вот тут надо построить хороший капитальный дом. Зачем? Задание. Зачем? Ну, тебе так не кажется, что это надо построить? А зачем? А что за там здание-то будет? Да или нет? Слушай, здание можно и себе. Да. Да, строим. Все, строим здание. Красиво. А какое здание-то? Просто, большое и удобное. Просто здание? Да. То есть я выбираю, из чего строить сама? Выбирай, да. Здесь ты сама строишь. Да. Самостройка, то есть я? Самострой ты, да. Ладно. Я решу здание. Ты говоришь, красивое, да? Да, красивое. Вот я, бабушка, сейчас... Кстати, бабка, ты не против, что вот здесь вот не будете написано не дом Гренни, а дом Грэндпа? Чего? Ну, ты же не против. Да. Да, все, отлично. Вот зараза старая. Грэндпа. Ну, ничего. 24 часа когда-нибудь истекут, дед. Грэндпа. И тебе будет, знаешь что? Тебе будет хана. Это я тебе обещаю. Мне кажется, обещаю. Мне ничего не будет. Ты у меня будешь жить в курятнике. Да ну нет, ну бабка, я ну что, все же... Я тебе устрою, я тебе такую веселую жизнь. Вот да, внучата, устрою деду веселую жизнь. Мне кажется, вы все меня поддержите. Все идет красиво. Мне внучата написали, что дед ты обурел, тебе надо веселую жизнь устроить. А мне кажется, дед красавчик. Поэтому, дед, держись, тебе хана будет. Это я тебе Грэндпа. Обещаю. О. Ага, напиши там, старый пень. Вот это тебе больше подходит. Нет. О, давай я тебе помогу, папа. Это тебе подходит больше, старый пенек. Нет. Ты глупости говоришь. Я тебе точно говорю, зачем тебе вот это трихомудрие нужна? Я тебе потом расскажу. Тебе зачем? Понравится. Зачем? Это мы что, тут библиотеку будем делать? Да. Давай. Библиотека – это хорошая тема, хотя у нас она огромнейшая просто в доме. Та-та неинтересна. Там все книжки неинтересны. Да. Конечно. Неинтересны его книжки. Я-то знаю толк в книгах. Ты? Да ты отродясь не читал. В каких книгах ты знаешь толк? Ой, да все, конечно. Я тебя спрашиваю, в каких книгах ты знаешь толк? Ой, в рыболовных. Как правильно замешать прикормку, как правильно связать крючки, какой груз выбрать на течении, какое удилище подобрать как раз-таки к определенной катушке, какой сигнализатор поклевки поставить. Ой, бабка, знаешь, что ты короче, фигню какую-то несешь, бабка, да? Ты что такую высокую строишь? Так ты сказал большое здание, вот тебе большое здание. Все, последний этаж. Слава богу, я уж думала, еще так надо построить. Да не, все, хватит. Завершай крышей, да. Крышей? Да легко, будет тебе крыша. Да. На тебе крышу,
По крышу. Давай, давай, давай. А что это будет, собственно говоря? А я тебе потом расскажу. Да уже пора говорить. Да не, не. Ну, короче, ладно, скажу. Что? Бабка, ой, тебе не кажется правильным, что в этом помещении будет твоя зельевар? Да. Да. Ну вот, договорились. То есть дома ее не будет, а тут будет. Да. Угу. Договорились. Конечно, все, да. Все решено. Да, ну все, это да, сам достроишь? Это твоя же зельеварка, сама потом и достроишь. А, все, ну, бабка, считай, челлендж выполнен. Я это на обед пошел. Ага, давай, давай, дед, пока. Ох, ну чё-то, ну ничего-ничего, челлендж 24 часа, но бабушка справилась. Но я ему устрою, я вам точно говорю. Поэтому, ну чё-то, если хотите видеть продолжение, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Ну что, бабушка не любит, я не поняла. Поэтому все, внучатки, все, я всех целую, всех обнимаю, целую, целую. Всем пока.